Вообще решение перейти в главные судьи, да, это, конечно, серьезный шаг, и он мне давался с таким нелегким моментом. Но все же мне нравится мое новое амплуа. Я не хочу сказать, что где-то сложнее, где-то легче. Я и до этого на линии любил свою работу, делал все максимально от меня зависящее. Так что сейчас для меня просто хоккей открылся с новой стороны. И перейти из главного в линейное для меня было нелегко. Понятно, что я очень долго шел к этому. Подумал несколько дней, взвесил за и против, и все-таки решился. А делиться знаниями с молодыми судьями – это неоценимый вклад, потому что в свое время, когда я начинал, нам также из уст в уста передавали какие-то азы, какие-то основы, какие-то секреты. Наши старшие коллеги, ветераны, которым я очень благодарен. Так что я считаю, что если мои какие-то советы помогут вырасти нам хороших судей, я буду только рад этому. У нас есть единые правила для всех лиг, для всех профессиональных лиг. И, по сути, разница в хоккее, она, конечно, играет роль, потому что разный уровень игроков, но правила одни и те же, так что работать на матчах, я считаю, что примерно одинаково. Но вообще вся работа судьи заключается в том, что нести ответственность за свои поступки. И ну, мы сами выбираем свой путь, так что кто встал на лед в полосатой рубашке, все готовы к этому и несут ответственность. Стараются сделать все возможное.